Добрый день, меня зовут Рамиль. Год назад мы открыли собственную кофейню в городе Пермь и искали для нее продукт. Придумали орешки. Это из нашего детства. Орешки со сгущенкой. Мы сделали ребрендинг, и сегодня орешки – это многообразие вкусов, цветов и полностью натуральный продукт. То есть, если вы видите красные, то это выкрашено сушеным томатом. Если желто-оранжевый – это паприка-куркума. Зеленый – это шпинат. Синий – это тайский васильковый чай. Все это на основе бельгийского шоколада и фруктово-ягодных пюре. Это 100% растительный, натуральный, органик продукт. Дальше мы стали продавать их по всей России, открыв собственное производство в Перми. И на сегодня мы создали проект франчайзинга, по которому планируем развиваться в ближайшем будущем. На Байбренде именно эту бизнес-модель и презентовываем, то есть собственный опыт из Перми, кофейня с орешками сегодня представлена на Байбренде. За пандемию мы провели анализ аудитории, выявили всех наших покупателей. На сегодня знаем, что это в основном 10-30 лет модники, как только у них появляются деньги. Это мамочки, покупающие продукт для своих детей, и кофеманы-офисники. Перестроились после пандемии на эту целевую аудиторию и приехали на Байбренд. Вчера предварительно заключили несколько сделок на такие города, как Ростов, Петербург, Екатеринбург, Ставрополь, Севастополь, Самара. То есть о мероприятии я самого лучшего мнения. Около 1000 человек прошло. Сам факт того, что у нас вчера было 125 чеков, 25 тысяч рублей продаж, говорит о том, что Байбренд – это отличная площадка. Кроме этого, я познакомился здесь с участниками и специалистами в области франчайзинга, поэтому рекомендую вам сюда приходить, приезжать и участвовать. Спасибо большое.